Hare Krishna. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, please accept our humble obeisances on Guru Srila Prabhupada. Hare Krishna, can you hear me? Gurudev, we can hear you, okay? Hare Krishna, dear Gurudev, we can hear you, okay? I cannot hear you or anything. Hare Krishna. Гуру Махарадж. Наверное, Махарадж сейчас зайдет с телефона. У него что-то на компьютере в последнее время не работает динамик. Hare Krishna. Hare Krishna Guru Maharaj. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay. Om Ajnana Tamarandasya Jnananjana Shalakaya Chastur Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Panchakalpa Patitam nam pavanebhyo Vaishnavibhyo namo namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinoda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. So we're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 19, text number 25. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь первая, глава 19, текст 25. Татра Бхават Бхагаван Вьяса Путро Ядриджчаякам Атамано Напекша Алакшалинго Nijalabdhatushto Vritaschabale Avadutavesa Tadrabhavat Bhagavan Vyasaputro Yadrichayagam Atamano Napeksha Alekshalingo Nijalabdhatushto Vritaschabale Avadutavesa Tatra bhavat bhagavan vyasa putro yadrichayagam atamano napeksha
Vritascha balera vaduta vesha. Go ahead, read the translation. What meaning? Read the translation and part four. Ага, перевод. В этот момент там появился могущественный сын Вьясадевы, который путешествовал по земле, безразличный ко всему и самоудовлетворенный. Он не проявлял никаких признаков принадлежности к какому-либо социальному укладу или статусу. Его окружали женщины и дети, и одет он был так, как будто никто не обращал на него внимания. Комментарий. Слово «Бхагаван» иногда употребляется, когда речь идет об отдельных великих преданных Господа, каким был Шукадева Госвами. Такие великие души не интересуются мирскими делами, так как благодаря высочайшим достижениям в преданном служении они обрели самоудовлетворение. Как уже говорилось, Шукадева Госвами формально никогда не принимал духовного учителя и не проходил никаких очистительных церемоний. Его отец Вьясадева, естественно, был его духовным учителем, поскольку от него Шукадева Госвами услышал Шримад Бхагаван. После этого он обрел полное самоудовлетворение, и поэтому он не зависел ни от каких формальностей. Формальности необходимы тем, кто еще не достиг стадии полного освобождения. Но Шри Шукадева Госвами уже находился в этом состоянии по милости своего отца. Поскольку он был уже юношей, ему полагалось быть должным образом одетым, но он ходил обнаженным и был безразличен к общественным условностям. Люди, как правило, не обращали на него внимания, считая его сумасшедшим. Его окружали только любопытные дети и женщины. Так, странствуя повсюду, куда глаза глядят, он появился на сцене. Похоже, что после того, как Махараджа Парикшит задал свой вопрос, великие мудрецы не пришли к единому мнению о том, что же следует делать. Есть много рецептов обретения духовного спасения, соответствующих различным состояниям разных людей. Однако высшая цель жизни – достичь высочайшей стадии совершенства преданного служения Господу. Подобно врачам, мудрецы не могли прийти к согласию, предлагая каждый свои рецепты. Пока все это происходило, на сцене появился великий и могущественный сын Вьясадевы. Хари Кришна. Hare Krishna. Mukham karoti vachalam pangam langai tigrim yur kripatam aham bandhe shri garam dinatarinam shri chaitanya ishvaram. All right, so we're hearing how Sukadeva Goswami appeared and the presence of Maharaj Parikshit, who has come to prepare for his death. Итак, мы слушаем о том, как Шукадева Госвами появился перед Махараджей Парикшитом, когда тот готовился к смерти. Махарадж Парикшит had given up everything from the royal palace and put on the dress of a person who is about to die. Махараджа Парикшит оставил все свое имущество во дворце и облачился в одежде человека, готовящегося к смерти. So Maharaj Parikshit had come to a holy place on the bank of a holy river, and he wanted somebody to instruct him and to guide him and help him to prepare for his death. Махараджа Парикшит пришел в священное место на берег реки Ганги и хотел, чтобы кто-то подсказал ему, что ему нужно делать перед смертью. So there were many people present there at that time, at that place, and they could not all agree what was the actual proper thing for Maharaj Parikshit to do. И хотя там в то время присутствовало множество людей, разных личностей, они не могли прийти к единому мнению о том, что же делать Махараджа Парикшиту для подготовки к смерти. Different sages and brahmanas were all giving different opinions. Мудрецы и брахманы высказывали разные мнения. But it was at this point that Sukadeva Goswami appeared. And when Sukadeva Goswami appeared, then everyone just accepted that he was the right person to guide Maharaj Parikshit. Ну и вот самое главное, то, что появился наконец-то Шукадева Госвами, и он как раз был именно тем человеком, который мог объяснить, что же нужно делать тому, кто готовится умереть. So Maharaj Sukadeva Goswami is described as
Bhagavan Vyasa Putro. The word Bhagavan is used to describe him because he's a very powerful personality. Шукадева Госвами называют Бхагаваном, Бхагаван Вьясапутра, то есть сын Вьясы. Это потому, что он очень могущественная личность. So powerful, not in the sense just that he's physically strong, but powerful in the sense that he's completely in control over his mind and senses. И могущественный – это не означает, что он был физически силен. Это значит, что он мог контролировать свои чувства. In other words, he is completely detached from the material world. Другими словами, он был абсолютно отречен от материального мира. He is described as being Avaduta Vesh is mentioned. Vritas Jabaler Avaduta Vesh. And Avaduta Vesh. Vesha means the dress, the clothing. So he was dressed in the clothing of an Avaduta. Avaduta means one who is completely detached from the material world. И он описывается здесь как Авадхута Веш, то есть одетый как Авадхута. Авадхута – это значит личность, полностью отреченная. It's also described how he was disinterested in anything of the material world. Он не интересовался ничем в материальном мире. He was disinterested because he was fully satisfied in himself. Он не интересовался, поскольку был полностью самоудовлетворенной личностью. In other words, he was Atmarama. Atmarama means one who takes pleasure in the self. И такие личности называются атмарама, то есть тот, кто получает, черпает удовольствие в самом себе. And material world conditioned souls are looking for pleasure, and they look at the world around them and think how they can enjoy the world. В материальном мире обусловленные души ищут удовольствие вокруг себя. Они ищут, как они могут наслаждаться. But Sukadeva Goswami is looking within. He's not looking outside. He's looking within. He's thinking of himself as a spiritual soul. Однако Шукадева Госвами смотрел внутрь себя, направлял взгляд внутрь себя, а не на окружающий мир, поскольку он... So, as an avaduta, he does not belong to any particular division of society. Авадхута, он был авадхутой. Это значит, что он не принадлежал какому-либо общественному сословию. And he is not a brahmana or a kshatriya or a vaishya or a sudra. And he is not a sannyasi or a vanaprastha or a grihastha or a brahmachari. То есть он был ни брахманом, ни кшатрием, ни вайшей, ни шудрой, не был ни саньяси, ни ванапрастхой, ни брахмачари, ни грихастхой. Those are all different divisions of the material world. Это различные разделения, ну то, как делится материальный мир, на какие сословия. So Sukadeva Goswami does not belong in the material world. He is a liberated soul. Шукадева Госвами не принадлежал к этому материальному миру, он был освобожденной душой. First of all, Sukadeva Goswami as a child remained in the womb of his mother for 16 years and didn't want to come out of the womb.
когда Шукадева Госвами находился в утробе матери, он был там целых 16 лет и не хотел выходить наружу. And when he did come out, he immediately left home. И едва он вышел оттуда, он сразу же покинул свой дом. So his father, Vyasadev, was worried because his father wanted to see his son initiated as a brahmana. И Вьясадева был очень обеспокоен, поскольку он хотел, чтобы его сын был инициирован как брахман. In the Vedic culture, if one is born the son of a brahmana, then the father likes to put also the sacred thread on his son, once the son is of a suitable age. В ведической культуре, когда в семье брахмана рождался сын, то отец хотел, всегда хотел дать ему брахманическую нить, чтобы его сын тоже был брахманом. When the son reaches the age of 11 or 15, like that, when he becomes, you know, a little bit grown up, at that time the father will give the son the sacred thread, indicating that he is twice born. Чтобы его сын получал это посвящение в подходящем возрасте. Это было примерно 12-15 лет. И вот тогда отец давал ему священную нить. But when Sukadeva Это Goswami... называлось... Sorry, Гурудев. Это называлось дважды рожденный. То есть он получал второе рождение. When Sukadeva Goswami came out of the womb of his mother, he was already 16 years old. So father immediately wanted to initiate him and give him the sacred thread. Когда Шукадева Госвами достиг 16 лет, когда Шукадева Госвами вышел из утробы матери, ему было уже 16 лет, и отец хотел инициировать ему его и дать ему священный шнур. But Sukadeva Goswami did not want to wait to take the sacred thread. Однако Шукадева Госвами не хотел дожидаться этой церемонии. Sukadeva Goswami didn't see any purpose in accepting a sacred thread. Шукадева Госвами не видел смысла в том, чтобы надевать на себя этот священный шнур. He was already a liberated soul. Он уже был освобожденной душой. So the sacred thread is given to help people to become liberated. Священный шнур дается людям для того, чтобы помочь им получить освобождение. They will do, a person will wear the sacred thread and chant the sacred Gayatri mantra on the thread. Поскольку, когда давался этот священный шнур, на него начитывалась священная мантра Гайатри. And in this way, a person can purify his existence and come to the liberated platform. Таким образом, этот человек очищал свое существование и переходил на духовный уровень. But Sukadeva Goswami was already a liberated soul, so he didn't see any point to take the sacred thread. Однако, поскольку Шукадева Госвами уже был освобожденной душой, он не видел никакого смысла в том, чтобы надевать на себя этот священный шнур. And this, the example is going to be given in the third canto. I think it's in the third canto. You have the example, Sukadeva Goswami is going past. Oh, no, wait. Sukadeva Goswami. Sukadeva Goswami was leaving home, and his father was coming after him, trying to bring the son back to take the sacred thread. So at that time, Sukadeva Goswami came past the place where there were young women bathing in the river. And the young women were bathing naked in the river. Maybe this is the first canto, Gurudev. Huh? This is the first canto, yes? Yeah.
Вот в первой песне Шримад-Бхагаватам приводится такой пример, когда Шукадева Госвами ушел из дома, вот таким образом покинул дом, отец побежал за ним, чтобы вернуть его. И в это время Шукадева Госвами проходил мимо купающихся девушек, и эти девушки купались обнаженными. So the young ladies, they saw Sukadeva Goswami, and although they were bathing naked in the river, they did not worry about him, because they could see that by his mind, he was not even interested in them. И когда Шукадева Госвами проходил мимо этих девушек, они совершенно не обеспокоились тем, что они обнажены и не захотели даже накинуть на себя одежду, поскольку они видели, что его ум абсолютно отречен, и он совершенно не интересуется ими. Хари Кришна. Actually, what happened? Hare Krishna Gurudev, I couldn't hear you. I translated your yes about Shukadeva, when Shukadeva Goswami passed the girls, and okay. they weren't worried. Right, and then after he passed, then Vyasadeva came past, because his father, Vyasadeva, was coming after the son. He wanted to bring the son home to initiate him. И вслед за Шукадевой Госвами там же появился Вьясадева, который бежал за своим сыном, потому что хотел вернуть его назад домой. So when Srila Vyasadeva came by, all the young girls, they immediately felt very and embarrassed and very worried, and they immediately rushed to get their clothing to cover their bodies. И вот когда там появился Вьясадева, девушки сразу же смутились, забеспокоились и похватали свои одежды, чтобы прикрыться перед Вьясадевой. So Vyasadeva was surprised. He thought, I'm an old man. Why are you worried about me? My son came by, you didn't even worry about him. И Вьясадева был очень удивлен. Он сказал, я же уже старик. Вот мой сын сейчас прошел, почему-то он совершенно вас не взволновал. But the young girls told Vyasadeva, they said that your son has no interest in us. He's not in the material world. But we saw that you are. Однако девушки сказали Ясадеве, твой сын совершенно не интересуется нами, поскольку он не принадлежит этому материальному миру, а с тобой другое дело. All right, so that is the lesson that Sukadeva Goswami was such a liberated soul, he had no attraction to the material world. И вот из этого следует, что Шукадева Госвами, поскольку он был уже освобожденной душой, он не был привязан к этому миру. So Sukadeva Goswami was the son of Srila Vyasadeva, the seminal son of Srila Vyasadeva, and he never took initiation from anyone. И таким образом Шукадева Госвами – это сын Ясадевы, и он ни у кого не принимал посвящение. We know that Bhaktivinoda Thakur told Bhaktisiddhanta Sarasvati that I'm your seminal father, I cannot give you initiation. You have to take initiation from someone else. Мы знаем, что Бхактивинода Тхакур сказал своему сыну Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру, поскольку я являюсь твоим отцом, я не могу дать тебе инициацию, ты должен принять посвящение у кого-либо еще, кого-то другого. So, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, he took initiation, he had to accept initiation from Gaurakishordas Babaji Maharaj. И таким образом Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур принял посвящение у Гауракишора Даса Бабаджи Махараджа. Gaurakishordas Babaji Maharaj was
also Avadhut. He was also not of the material world. He's a greatly advanced devotee. Гаура Кишордас Бабаджи Махарадж также был Авадхутой. Он был отречен от этого материального мира и был очень возвышенным преданным. And therefore, Bhaktisiddhanta Sarasati accepted him as his spiritual teacher, took initiation from him. И поэтому Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур принял у него посвящение, то есть он принял его своим духовным учителем. Now, Sukadeva Goswami, he never took initiation from anybody. Однако Шукадева Госвами ни у кого не принимал посвящение. But he did hear Srimad Bhagavatam. He heard the Srimad Bhagavatam from his own father, Vyasadeva. Однако он услышал Шримад Бхагаватам, и услышал он Шримад Бхагаватам от своего отца Вьясадевы. So, Sukadeva Goswami was already a liberated soul from birth, so he had no need to take initiation. Шукадева Госвами с самого рождения являлся освобожденной душой, поэтому ему не требовалась инициация. And he got the opportunity to show his enlightened position by instructing Maharaj Parikshit at the time of his death. И он получил такую возможность проявить свое возвышенное положение, когда давал наставление Махарадже Парикшиту, который находился на пороге смерти. When Sukadeva Goswami appeared there, everyone immediately gave Sukadeva Goswami respect, although he was only a young man of 16 years of age. But still, everyone respected him because of his advanced knowledge. Шукадева Госвами, едва Шукадева Госвами появился там, на том месте, все сразу же выразили ему уважение, несмотря на то, что ему было всего лишь 16 лет, поскольку он обладал обширными познаниями. So Sukadeva Goswami was given, he didn't have anything in common with Maharaj Parikshit. They'd never met before. It was only at the point of the cursing of Maharaj Parikshit that Sukadeva Goswami got the opportunity to meet with Maharaj Parikshit. До этого Шукадева Госвами никогда не встречался с Махараджем Парикшитом. И вот когда Махарадж Парикшит получил вот это проклятие, тогда Шукадева Госвами обрел эту возможность встретиться с ним. And when the two met, they were very happy to meet each other because they had one thing in common. And that one thing was that they were both from a family of devotees. И как эти двое, эти две личности были счастливы, были очень рады встретиться друг с другом, поскольку они оба происходили из семей преданных, и это сближало их. Sukadeva Goswami was the son of Vyasadeva, who had compiled the Vedic literature and who had compiled also Mahabharata and Srimad Bhagavatam. Отец Шукадевы Госвами – это Вьясадева, знаток ведической литературы, который составил Веды Махабхарату Шримад Бхагаватам. And it was known that Vyasadeva was also a devotee of the Lord Krishna. И Вьясадева также был преданным Господа Кришны. And similarly, Maharaj Parikshit is the grandson of Arjuna, who is one of the Pandavas who are also devoted to Lord Sri Krishna. И точно так же Махараджа Парикшит был внуком Арджуны, который происходил из семьи пандавов, бывших великими преданными Господа Шри Кришны. So their social backgrounds were very different. Таким образом, их социальное положение было абсолютно разным. Sukadeva Goswami from the family of Vyasadeva, so he's a great, greatly renowned person who lives in the Himalayas.
Шукадева Госвами происходил из семьи Вьясадевы, который был полностью отреченной личностью, жил в Гималаях. It's even said that with the Kali Yuga beginning, Srila Vyasadeva retired to the Himalayas to wait for the end of Kali Yuga. И видя, что начинается Кали-юга, Вьясадева ушел в Гималаи, чтобы там отречься от всего. It said Sukadeva Goswami went to, rather, Srila Vyasadeva, he retired in the Himalayas, and Madhvacharya later on, like 1,000 years ago, Madhvacharya went to the Himalayas and got instruction from Vyasadeva. Таким образом, Ясадева находился в Гималаях, и туда пришел Мадхавачарья через 1000 лет после того, как Ясадева туда удалился, чтобы получить от него наставление. So, Srila Vyasadeva, he has some function at the end of the Kali Yuga. He'll come back in the Satya Yuga. У Вьясадевы была миссия в конце Кали-юги, чтобы он знал, что потом он вернется в Сатья-югу. And Sukadeva Goswami, his son, he's just left to wander the world like a madman. А его сын Шукадева Госвами существовал в этом мире почти как сумасшедший. Выглядит вот так. So Sukadeva Goswami just has to Sukadeva Goswami has to wander the world. He has no home, he has no residence. He doesn't even have clothing to cover his body. Шукадева Госвами бродил по этому миру как отреченная личность и даже не покрывал свое тело одеждой. So you can, we can imagine how completely renounced he must have been at the age of 16. Usually young men, they're very eager to cover the body. They like to dress in nice clothes. They want to make themselves look attractive to the other sex. Мы можем себе вообразить, насколько отреченным он был, если он в 16 лет даже не хотел как-то красиво одеться, выбрать красивую одежду для того, чтобы быть привлекательным для противоположного пола. But Sukadeva Goswami had no interest in that. He didn't care about his material body. Однако Шукадева Госвами не интересовался такими вещами и вообще не заботился о своем материальном теле. Instead, he's just wandering around without worrying about anybody else. И таким образом он странствовал, не заботясь о чем-либо мнении. And when he was wandering around, then young children and ladies also, they would begin to gather around him and laugh at him and joke about him because he looked like a mad person. И когда он таким образом странствовал, вокруг него собирались маленькие дети, женщины, которые смеялись над ним, дразнили его, поскольку он выглядел как сумасшедший. But they could not understand his transcendental position. Они не могли понять его возвышенное положение. And it was only in the absence of others, that, well, it was only when the other great sages and so on began to honor Sukadeva Goswami and respect him, then the women and children stopped their behavior and began to understand they'd committed a great mistake by thinking of him like an ordinary person when he was actually a very great soul.
И только когда мудрецы начали оказывать почтение Шукадеве Госвами, все эти женщины наконец-то отстали от него. Они поняли свою ошибку, поскольку они приняли такую возвышенную личность за обычного человека. So Sukadeva Goswami and Maharaj Parikshit are meeting for the first time just 7 days before the death of Maharaj Parikshit. So Maharaj Parikshit has questions to be answered. И таким образом Шукадева Госвами и Махараджа Парикшит впервые встретились за 7 дней до смерти Махараджа Парикшита, и Махараджа Парикшит стал задавать Шукадеве Госвами вопросы. Maharaj Parikshit wants to understand particularly what is his duty. That now that he's about to die, what does he need to focus on? Махараджа Парикшит задал такой вопрос: в чем заключается обязанность человека, который находится на пороге смерти, и на чем он должен сосредоточить свое сознание? Сукадева Госвами. His qualification is that he has heard Srimad Bhagavatam from his great father, Vyasadeva. Квалификация Шукадева Госвами была такова, что он услышал Шримад Бхагаватам от своего великого отца Шрила Вьясадевы. Maharaj Parikshit is also a devotee of the Lord, but Maharaj Parikshit is born in the royal family as a great kshatriya. Махараджа Парикшит также был великим преданным Господа, однако он родился в царской семье и был великим кшатрием. So Maharaj Parikshit, being the grandson of Arjuna and the son of Abhimanyu, he's also very greatly devoted to the Lord. Махараджа Парикшит был внуком Арджуны и сыном Абхиманию, которые оба были великими преданными Господа. And Maharaj Parikshit is ready to meet his own death. He's prepared. He's not arguing about it. He's accepting whatever is the plan of the Lord, and he's ready to go ahead with whatever he has to do to prepare for leaving the body. Махараджа Парикшит был готов к смерти. Он не оспаривал все, что с ним произошло. Он принял все это как план Господа и уже готов был покинуть этот мир. So we heard how Maharaj Parikshit had made a vow to fast until the end of life, and all the great sages, they had agreed, that's very good, yeah, you should do it. И мы слушали о том, как Махараджа Парикшит дал такой обет находиться здесь, на берегу реки, в ожидании своей смерти. И великие мудрецы поддержали его в этом, очень обрадовались. And Maharaj Parikshit wants, he is encouraging the great sages that said, please stay, and at the time of the snake bird biting me, please chant the holy name. Help me to hear the holy name of the Lord at the time of my leaving the body. Махараджа Парикшит вдохновлял мудрецов остаться там рядом с ним и воспевать святые имена, чтобы он слышал святые имена до того момента, как он оставит свое тело. So this is the arrangement of the Lord that Sukadeva Goswami has come here
has come in front of the presence of Maharaj Parikshit exactly at this time. И Господь устроил все так, что Шукадева Госвами пришел туда именно в этот момент и предстал перед Махараджи Парикшитом. So, this is certainly the will, the arrangement of the Supreme Lord. It is said, by the mercy of the spiritual master, one gets Krishna. By the mercy of Krishna, one gets a spiritual master. By the mercy of Krishna, get the mercy of spiritual master. Yes, first of all, by the mercy of Krishna, we get a spiritual master. Ага, окей. То есть мы по милости Кришны получаем духовного учителя, и потом уже по милости духовного учителя получаем милость Кришны. And when we get a spiritual master, then we have the opportunity to also get the mercy of Krishna. Вот когда мы потом уже получаем духовного учителя, тогда мы получаем такую возможность обрести милость Кришны. So this is described in the Chaitanya Charitamrita. Krishna Das Kaviraj says, Brahmanda Brahmite Konya Bhagyavanji Guru Krishna Prasadi Pai Bhakti Lata Beach. That the living entity is moving through different bodies, different universes, birth after birth. But when he becomes fortunate, then he contacts the spiritual master and gets a seed of devotion. Как говорится в читании Чаритамрити, Кришнадас Кавираджа Госвами говорит там, что живое существо скитается в этом мире, переходит из одного тела в другое, из одной вселенной в другую, рождение за рождением. И, наконец, оно получает такую милость Господа, встречает духовного учителя, и от него получает милость Кришны. Семя Бхакти. So, it's by the arrangement of Krishna. It's by the arrangement of Krishna that we get the spiritual master. Таким образом, только Кришна устраивает все таким образом, что мы получаем милость, что мы получаем духовного учителя. So, we have to understand how Sukadeva Goswami's appearance there was certainly the divine arrangement of Lord Krishna. То есть мы должны понять, что появление Шукадевы Госвами было организовано Господом Кришной специально. And by the arrangement of Lord Krishna, Sukadeva Goswami is the perfect person to speak this knowledge and to guide Maharaj Parikshit for the end of his life. И только Кришна организовал все так, что Шукадева Госвами был способен говорить о таких вещах Махараджи Парикшиту и руководить им, вести его во время ожидания смерти. So Sukadeva Goswami materially, he would certainly confuse people. People would think, how is it possible he could be the guru? He's so young and he appears like a mad person. И Шукадева Госвами с материальной точки зрения просто смущал людей, сбивал их с толку, потому что он был очень молод, а кроме того, он выглядел просто как сумасшедший, и они думали, каким образом он может стать чьим-либо учителем. So we should understand the spiritual master is not somebody you recognize just by external, just by the external dress. Like sometimes we think guru should have long hair, he should have a beard, he should be in saffron, should be a sannyasi. No.
То есть духовный учитель — это не та личность, которого мы можем, как говорится, встречать по одежке. То есть мы не должны думать, что это тот, у кого длинные волосы, кто одет в шафран. Нет, это совсем не так. The important qualification of the spiritual master is that he must know the science of Krishna. И важнейшая квалификация духовного учителя — он должен быть способен рассказать нам о признаках Господа Кришны, о его чертах. The spiritual teacher's qualification is that he has heard the knowledge of Krishna and he can reveal it to others. То есть квалификация духовного учителя та, что он должен от кого-то услышать о Кришне и проявить это знание перед нами. So, Sukadeva Goswami had certainly heard Srimad Bhagavatam, heard it, but he'd spent 16 years in the womb as it showing his detachment from the material world. Таким образом, Шукадева Госвами услышал Шримад Бхагаватам. Он до 16 лет находился в материальном, находился в утробе матери и был абсолютно отречен от материального мира. So he was very rich in the two qualities of transcendental knowledge and detachment from the material world. Таким образом, он имел две важнейшие квалификации. Он был квалифицирован в трансцендентном знании и был абсолютно отречен от этого материального мира. Gyan and Vairagya. То есть он обладал двумя качествами – гьяной и вайрагьей, то есть знанием и отреченностью. No. As the Srimad Bhagavatam says, by devotional service to the Supreme Lord, one automatically acquires knowledge and detachment from the world. Шримад Бхагаватам говорится, что с помощью преданного служения мы можем получить две этих квалификации – знания и отреченность от материального мира. So Sukadeva Goswami was very qualified to speak Srimad Bhagavatam. Таким образом, Шукадева Госвами был чрезвычайно высококвалифицирован для того, чтобы поведать нам Шримад Бхагаватам. He was very rich in transcendental knowledge and very rich in detachment from the material world. То есть его богатством было вот это знание и отрешенность от материального мира. So everyone recognized him and they recognized his qualifications. And when he appeared, they were happy to let him take over the proceedings and to answer the questions of Sukadev of Maharaj Parikshit. Gurudev, would you please repeat? When he appeared in the arena at the time of the death, at time of the preparation of Maharaj Parikshit for his death, everyone accepted him, accepted Sukadeva Goswami as being the proper person to guide Maharaj Parikshit. И когда Шукадева Госвами появился в том месте, где находились мудрецы и Махараджа Парикшит, и как раз в то время, когда Махараджа Парикшит собирался умереть, все и каждый приняли его как того, кто вполне способен руководить Махараджей Парикшитом на пороге его смерти. And everyone let Maharaj Parikshit come in and take the seat as the authoritative person to guide and answer the questions of Maharaj Parikshit. И все позволили Шукадеве Госвами сесть на возвышенное место, занять это возвышенное положение для того, чтобы он мог поведать знание, это знание Махараджа Парикшиту. All right, so any questions? Мы сегодня остановимся. Какие-то вопросы? Хари Кришна, мой поклон. В чате есть два вопроса. Ага, сейчас я прочитаю. Гурудев, there are some questions in the chat, so I will check just a moment. Так, вопрос от Нитай Патни Девидаси. Мои поклоны. Вопрос. Зачем молиться Господу, если Он знает о моих желаниях? Если молитва – это анга бхакти, может ли это быть внутренним монологом? Сейчас, одну секунду.
Hare Krishna, dear Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. All glories to Prabhupada. So, question. Why should we pray to God if he knows about our desires? And if our praying is an anga of bhakti, one of angas bhakti, can it be our internal monologue? Can it be an eternal monologue? Yes. Can it be an eternal monologue? And why should we pray to God if he always knows about our desires? Well, we pray to the Lord because it's a way in which we can show our gratitude to the Lord. Praying to the Lord is not just to ask him for things, but we can pray to the Lord just to describe his glories and to remember his wonderful qualities and pastimes. Мы молимся Господу для того, чтобы выказать ему свою благодарность. Это способ показать ему нашу благодарность, а не для того, чтобы что-то от него требовать. А мы воспеваем его славу. Just a moment. Okay. So when we pray, we can offer prayers simply describing the beauty of the Lord. И когда мы молимся, is one way of remembering the Lord. И когда мы молимся, мы описываем красоту Господа, и это также один из способов для того, чтобы помнить о нем. We like chanting Hare Krishna mantra as a prayer to the Lord. И мы воспеваем Хари Кришна Махамантру, это тоже молитва Господу. But it's also the answer to our prayers. И это одновременно является и ответом на нашу молитву. So we can be praying to the Lord, and it can also be the answer to our prayers. То есть мы молимся Господу и одновременно получаем сразу же ответ на наши молитвы. Okay. Отвечает на ваш вопрос? We want to practice praying to the Lord because it's one of the nine angas of devotional service to offer prayers. Таким образом, мы практикуем вот эту молитву для того, потом, поскольку это является одной из анг преданного служения. By offering prayers to the Lord, we're able to express our gratitude to the Lord and to remember all the Lord's wonderful qualities and activities. Мы таким образом выказываем свою благодарность Господу. Gratitude, Gurudev, and what the next? The Lord's wonderful activities and pastimes. Да, и вспоминаем о играх Господа и о его деяниях. The Lord's qualities. О его качествах. So, we're able to describe all of these things. А мы должны быть в состоянии описать все это. So, the Lord is pleased to hear these prayers. И Господу нравится слушать такие молитвы. Just like a young child may come to the mother and speaks to the mother and glorifies the mother. Например, ребенок приходит к маме и начинает ее прославлять. Young child may come and glorify the mother in many nice ways.
And then at the end of the all the glorification, then the young child may request the mother for something. И вот когда ребенок так расхвалит свою мамочку, он потом у нее что-нибудь попросит. In the same way, the devotees may offer prayers to the Lord. They may want something, they may not want something. И таким же образом преданные, когда молятся Господу, would you repeat, Gurudev? Please. The devotee may pray to get some material desire from the Lord. То есть Господу молятся для того, чтобы получить от него что-то материальное, чтобы он исполнил их материальное желание. But at the same time, somebody may not want to get anything from the Lord at all. They just want to glorify the Lord. Однако все-таки иногда человек не хочет ничего от Господа получить, он просто хочет его прославить. They fully surrender to the Lord, and they let the Lord do whatever He wants with them. То есть человек таким образом полностью предается Господу и позволяет тому делать все, что он пожелает. So sometimes people ask what to pray for. They understand that it's good to pray, but they don't know what to pray for. Иногда люди спрашивают, о чем же они должны молиться. То есть они как бы молятся, но не знают о чем. Lord Chaitanya prays. He said, I don't want wealth. I don't want followers. I don't want the beautiful sex. I simply want devotional service, birth after birth. Господь Читания молится, я не хочу ни богатства, ни каких-то последователей, ни какого-то там заоблачного секса. Я просто хочу рождение за рождением служить тебе. So this is the mood of the pure devotee. Вот настроение чистого преданного. They don't even ask for liberation. Мы не просим даже об освобождении. They just want devotional service, birth after birth. Они просто, чистые преданные, просто просят о служении Господу, жизнь за жизнью. Okay. Следующий вопрос от Матаджи Карпура Манджари. Мои поклоны примите, пожалуйста, ваше святейшество. Большое спасибо за лекцию. Здесь говорят, что Шукадева Госвами был имперсоналистом, а в другой версии он вдруг в духовном мире попугай, да? Попугай. Как получилось, что Шукадева Госвами стал имперсоналистом? Please accept my businesses, your holiness. Thank you very much for your lecture. We heard today that Shukadeva Goswami was an impersonalist. And in the other option, he was a parrot in the spiritual world. How does it happen that Shukadeva Goswami became impersonalist? He became a personalist by hearing Srimad Bhagavatam. Он стал имперсоналистом, impersonalist here in the Srimad Bhagavatam. Yes, impersonalists also become personalists when they hear Srimad Bhagavatam. Он стал персоналистом, слушая Srimad Bhagavatam. Even those who are liberated souls, they become devotees. They become devotees by hearing about Krishna. Он стал преданным, слушая о Кришне. Гурудев, the question was how he became impersonalist in spiritual world. How Shukadeva Goswami became a personalist? Impersonalist. How he became an impersonalist? An impersonalist, yes. Well, he became an impersonalist in order to show people the power of hearing Srimad Bhagavatam.
Он стал имперсоналистом для того, чтобы показать людям, проявить им всю силу Шримад-Бхагаватам. Next question, Guru Dev. Спасибо большое. Спасибо. Oh, thank you very much, Guru Maharaj. Next question, yes? Yeah. А какая связь между желанием чувственных наслаждений и имперсоналистом? What is the connection between our desire of sense gratification and impersonalism? And impersonalism? What is that? What is the connection between our desire of sense gratification and an impersonalism? Well, impersonalists, they don't have any desire for sense gratification. У имперсоналистов нет желания чувственных наслаждений, они не принадлежат этому материальному миру. Impersonalists are generally detached from the material world. Имперсоналисты, как правило, не принадлежат этому материальному миру, поэтому у них нет желания чувственных наслаждений. Они отречены от этого материального мира. Yeah. Ага, еще есть вопросы? А, две руки у нас есть, да, поднятых. Маха Шакти, да, ваш вопрос, пожалуйста. Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. У меня вот вопрос такой. Вот Саньяси Парибраджа Качария, он чем отличается от Аватхуты? Ну, какие вот параметры отличия между ними? Ага. Гуру Махарадж, thank you very much for your lecture. Would you explain, please, what is the difference between sannyasi and parivrajakacharya and avadhuta? So, difference between sannyasi and avadhuta. Well, avadhuta doesn't belong to the material world. It doesn't belong to any of these. It's totally disconnected. Аватхута не принадлежит к этому материальному миру, он абсолютно никак с ним не связан. Саньяси is in the material world. А саньяси находится в этом материальном мире. Saffron dress means material world. You identify with a particular ashram. То есть шафрановые одежды означают принадлежность к этому материальному миру, и таким образом вы можете распознать вот ашрам. But avadut completely detached, no clothes, naked, completely just no interest in the material world. Но Аватхута полностью отречен, то есть он ходит без одежды, он совершенно не интересуется этим материальным миром. So, Lord Nityananda was Avadhuta. Аватхутой был Господь Нитянанда. Шукадева Госвами Авадхута. Аватхута это Шукадева Госвами. Ришабдев. Ришабха Дев тоже была в Адхуте. The Абхадутас. We don't have any Абхадутас in ISKCON. В ИСКОН у нас нет Абхадут. Hare Krishna, ISKCON is the material world. Поскольку ИСКОН находится в материальном мире.
Вы еще что-то, да, хотели спросить? Да, вот хотел уточнить, просто в лекции прозвучало, что Гора Кишор Дас Бабаджи тоже был Аватхутой. Вот Бабаджи и Аватхута это одно и то же, или как бы какие-то тоже между есть разграничения? Гурудев, we heard today that Gaura Kishore Das Babaji also was Avadhuta. Is it the difference between Babaji and Avadhuta? Yeah, there's a difference. Да, разница есть. The Babaji's, they do bhajan. Bhajan and nandis. Бабаджи, они заняты баджаном. Chant the holy name. Они воспевают святые имена. They're just totally absorbed in their bhajan. Они полностью погружены в баджан. They don't preach. Они проповедуют. But the Avadutas, they don't do that kind of bhajan. Однако аватхуты не занимаются каким-либо баджаном. They just wander the world. Они просто странствуют. They have no connection with them. А у них нет никаких связей. But the Babajis, they all live in a holy place. Однако бабаджи живут в святом месте And they'll do the bhajan. и погружены в баджан. Babajis are usually bhajan anandis. Они обычно баджан-ананди их называют. Next question, Гурудев. Раса Виласи, не Девидаси. Хари Кришна, Бхакти, Вигнавинаша, Нарсимхарадж. Спасибо большое за лекцию. Слышно, да? Да, а можете представиться, чтобы я сказала откуда? Еще раз повторите, пожалуйста. Вам Шридхарадас. А, вам Шридхарадас вопрос. Ага, хорошо. Вот мы недавно читали в книге «Вкус дикого меда», да, то есть там тоже говорилось про Шукадеву Госвами, что он приходил в Митхилу. И то есть он Джанаки Махараджу тоже проповедовал. А в Шримад Бхагаватам нигде вот о прошлых рождениях Шукадевы Госвами не описывается. Может быть, простите, есть. А можно по одному предложению говорить, а чтобы я все не запомню сразу? Вы читали в какой книге? Как называется книга? Дикого меда Госвами Махараджи, там, где истории. Okay, we read in the book of Goswami Maharaj test of wild honey. And what? Дальше. Ну, а в Бхагаватам нигде вот в предыдущих рождениях Шукадева Госвами не говорится. Может быть, Махарадж где-нибудь вот читал, ну, то есть о предыдущих жизнях Шукадева Госвами. Okay, Gurudev, the question is, we didn't read about previous lives, about previous birth of Shukadeva Goswami. Maybe, do you know something, anything about it? No. Нет, я не слышал ничего. Next question. Еще есть вопросы переданные? Если есть, то поднимайте руки, пожалуйста, или в чат пишите. So, Gurudev, I think there is no more question. А, Хладини Матаджи. Да, извините, Хари Кришна. Примите поклоны, пожалуйста, Гуру Махарадж, все преданные. Я хотела такой вопрос задать. Когда преданный становится способен жить по третьему стиху Шикшаштаки,
То есть не требовать почтения, а наоборот оказывать. Хари Кришна. Спасибо. Хари Кришна Диагуру Махарадж, please accept my humble obeisances, all Guru Srila Prabhupada. My question is, when a devotee became able to live according to the third verse of Shikshastakam, so Amani Namana Dena? When can a devotee live in that mood? А когда преданный будет в таком состоянии ума? Аманина манадена, offer all respects to others. А то есть, когда он будет приносить почтение, оказывать почтение другим? Not anxious to get any respect for himself. И не ожидать никакого почтения к себе. No. And the Gurudev, Guru Maharaj, and the question is, when devotee will be in such a mood? When they chant the holy name constantly. Когда он постоянно воспевает святые имена. Киртанияса Дахари. Киртанияса Дахари. То есть, когда он постоянно воспевает святые имена. Когда он будет в таком состоянии. And when they're tolerant, like a tree. И когда он терпелив, как дерево. And when they think of themselves lower than the straw in the street. И когда он считает себя ниже соломы, которая валяется, ниже соломы, которая валяется на дороге. Then they will offer all respects to others. И при этом он выражает почтение всем остальным. Okay. Next question. Маха Шакти, да, еще один вопрос у вас? Да, Хари Кришна, да, есть вопросы. Ну вот. В связи со всеми вот этими разборками там высокого полета. А вот преданный, который вот получил Харинама Дикшу, первое посвящение, повторяет 16 кругов, 4 регулирующих принципа соблюдает, ну, чистоты вот этот. Ну и вот он, у него как есть возможность вернуться в духовный мир? Он вернется в духовный мир он или нет? Просто вот я недавно читал, что там, Бхагаватам, там говорится, что мантры, ну, не должны обманывать ожидания преданных. Преданные многие этого ожидают. Или надо прямо вот пройти до саньяцы уровня, там, парамахамсой стать, парибраджикачарьям, там, бабаджи, там, и... вот такой вопрос. So, Gurudev, this is a question about the devotee who following four regulative principles, who chant 16 rounds, got initiation, the first initiation, Diksha. And is it possible for such a devotee to come back to spiritual world? Because sometimes we heard that we don't expect too much opportunities from our Mahamantra, chanting of our Mahamantra. Should this devotee be totally... кем вы сказали, он должен быть преданный? Парамахамса, yes. Хари Кришна. Yes. I can't understand what your question is. So Gurudev, if devotee follow four principles, got initiation, chants 16 rounds, is it possible for him, is it enough to come back to spiritual world? Or devotee should be just a paramahamsa? You want to go back to the spiritual world? The qualification to go back to the spiritual world
is that we're eager to engage in Krishna's service. Если вы хотите вернуться в духовный мир, то квалификацией для этого является то, что вы должны быть, должны очень стремиться к тому, чтобы совершать преданное служение. That we love Krishna. Если мы имеем любовь к Кришне, если мы любим его. We want to be with Krishna. Если мы хотим быть с Кришной. And we want to be serving Krishna. И хотим служить Кришне. So that in order to love Krishna and to be with Krishna, we have to understand about Lord Krishna. We have to understand how his birth and his activities are transcendental. И для того, чтобы любить Кришну и приблизиться к Нему, мы должны понимать Его, должны понимать Его трансцендентную деятельность, Его игры. Okay. Mm-hmm. So, Gurudev, there is one more question from Vaishnavi Vani Mataji. I translate. Okay. I translate on Russian before. At first. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, мои смиренные поклоны, все слова Шрили Прабхупады. Я стараюсь заниматься преданным служением в своей жизни. Just a moment. Наравне с моими домашними обязанностями, но мое сознание бывает то лучше, то хуже. Однако я не хочу упустить эту прекрасную возможность. Пожалуйста, скажите мне, как я могу улучшить себя, чтобы иметь устойчивое сознание Кришны. Может быть, мне нужно планировать ежемесячно посещать храм или хотя бы раз в 3 месяца для того, чтобы побывать на киртане. So, this is a question in the chat. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, my humble business of Guru Srila Prabhupada. I am trying to apply constant devotional service in my life along with my household duties. But my consciousness is sometimes good and sometimes bad. I don't want to miss this great opportunity. Kindly tell me how I can improve myself to have a steady Krishna conscious mind. Maybe I can plan to go to the temple monthly or 3 months once to attend more kirtan. Well, I think you have to plan just simply to be conscious of your duties as a wife and as a mother, that you have family responsibilities. And you cannot neglect these responsibilities. At the same time, you want to meet these responsibilities in Krishna consciousness. А просто будьте осознанны в том, чтобы выполнять свои домашние обязанности матери, жены, и в то же время будьте в сознании Кришны. You have to take care for your husband and serve him nicely. And look after the home, keep the home always neat and clean and tidy, and prepare nice meals for your husband and daughter. Просто заботьтесь о своем муже, хорошо служите ему, содержите свой дом в чистоте, убирайте его, готовьте вкусную еду для своего мужа и дочери, заботьтесь о них. And at the same time, you have to keep up your Krishna consciousness by regularly chanting and hearing. И в то же время вы должны поддерживать свое сознание Кришны, регулярно воспевая и слушая. It's important to not neglect your duties. Самое важное – это не пренебрегать своими обязанностями. So you have duties as a mother and as a wife, and you have duties as a daughter to your parents. You have responsibilities. You cannot neglect these responsibilities. То есть у вас есть обязанности жены, обязанности матери, дочери по отношению к родителям, и вы не должны пренебрегать этими обязанностями. And at the same time, you have to cultivate Krishna consciousness. И в то же время вам нужно развивать свое сознание Кришны.
Okay. Отвечает на ваш вопрос. Thank you, Guru Maharaj. Mataji Vaishnavi is writing in the chat. It's clear now, she said. So, Guru Maharaj, I think there are no more questions. Okay, so then we'll stop here. Thank you very much for translation. Thank all the devotees for participation. Hope you have a nice day. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Bhakti Vignavinacha Narasimha Maharaj ki jai. Хари Кришна. Махарадж всем пожелал хорошей недели. Ту Хари Кришна. Спасибо за перевод, Матаджи. Хари Кришна. Хари Кришна. Хари Бог. Спасибо большое за перевод. Примите наше серебряное поклонение. Слушали Прабхупаде. Спасибо вам, преданные, за то, что терпели меня. Спасибо. Хари Кришна.